Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в Турпроводчика. Это прикольная логическая игрушка, не новая. 140 уровней на классике, нифига себе, ребят. Давайте я вам покажу, короче, классику. Ну, вы играли в это, вот, по типу такого водопроводчика, и были, короче, игры. Не пройдено переиграть. А, нужно за определенное, короче, количество. Включаем. Дальше. То есть определенное количество. Тут не по времени, кстати. Тут просто надо подумать, чтобы, например, у нас прошла... Вот это точно не так. Нет, не так. Вот так вот. Точно. Это точно. А дальше, наверное, я не знаю. Наверное, вот так вот. Так вот, вот так вот. Так вот и вот так вот. Уху! Мы на легком сыграли, молодцы. Далее. Угу. Вот это точно будет. Точно. А дальше куда? Дальше куда? Дальше куда? Дальше я не знаю отсюда. А кстати, вот это может быть и не точно было. Так, вот это точно. Вот это, наверное, точно. Это точно. Точно, приточно. А, вот. Вот так вот. Ну, маленько, короче, ошибся. Почему-то я вниз пошел. Хорошо уже. Уже не сразу догадался, с какой стороны копать. Дальше. Так, если у нас вверх сюда идет. Давай попробуем через верх пройти. Уху! Вообще отлично, мы прям сразу догадались, как идет. Это просто супер. Супер Мэгио Марио. Так, у нас дальше идет. Надо, чтобы, короче, соединило. Нет. Надо через низ, короче, чтобы пошло все. Что-то это кажется. Вот, вот, вот. Да! Потому что через верх, в принципе, не должно идти. И такой типа супер! Супер Мега Марио. Так, далее. Шестой уровень. Теперь нужно догадаться. Здесь по-любому тут так. Если только через низ. Да, что-то через низ, короче, идти. А, нет. Блинский. Через низ вообще не вариант. Блин. Уже, считай, не супер. Ну, кстати, так. О! Она уже тоже, короче, типа одна звезда. Вам понравилось? Не очень. Не очень. Но по правде не понравилось. Просто сворачиваться неохота. Ставить оценку. Меня сейчас верну. Здесь вроде как бы, типа... Подкол, короче. Типа, вроде должен здесь пойти, но, наверное, все-таки сверху. Оу. Сверху вниз надо, короче, фигать. О. Бля. Даже если подкол случился, то я на него наткнулся. Значит, переиграть. Так вот пройдем. Так, так, через верх. Как-нибудь так. Ага, фиг там. А. Можно так вот как-нибудь? Смысл тогда? Далее. Тогда через верх пойдем. Опять через верх. Но только где-то вот должно... Так вот быть, мне кажется. Воу! Воу, е! Супер! Ну мы столько раз переиграли, мне кажется, нам все равно дадут фору. Последнее. Восьмой уровень. И представляете, 140 только вот здесь, вот на классике. Посмотрим, сейчас сложно, что там. Так, ну давайте через верх попробуем.
Уху, восьмой уровень я легче, чем седьмой прошел. Меню. Вот, нас меню. Вот там дофигища, короче, уровни, ребят, прям полны-полно. Так, есть еще один уровень, я так понял. Экстра, релакс и сложно. Экстра, не знаю, 300 звездочек надо. Давайте экстра. Первый уровень, экстра. А, тут еще залепливать надо. Типа вот так. Так. Блин, что ж тогда? Это надо сделать так, чтобы все соединилось, нифига себе. Давай вниз, что ли, так. Да фиг его знает, что я сделал. Блин, тут жестко, короче, фигня. Переиграть, опять залепить. Надо, чтобы краны были закрыты, я так понял. Вот так вот. Вот. Так, а что с этим тогда делать? Ой. Так вот и. Во! Блин, а что тогда с этим делать? Нет. Блин, чуть-чуть прям осталось. Нифига себе, какой экстра. Блин, опять. Давай-ка. Залепляем. А что-то починить, кстати. Можно было просто закрыть ее. Все. Точно соединить. Это так вот будет. Вот. Теперь у нас осталось вот в эту сторону. И как-то надо эту сторону с чем-то соединить. Если... если так вот. Ага, опять же. Там. Давай, если. Ну тоже фигово. Блин, жесткая фигня, короче. Не, давай-ка в эту сторону не пойдет. Вот так вот пойдет. Надо закрыть здесь, короче. Я так понял, что вот так вот сделать. А, толку. Там тоже не зайдет его. Блин, я фиг его знает, реально. А, жесткая фигня, короче. Ладно, давай сейчас попробуем. Ну-ка, подсказку. Блять, я забыл сразу. Опять забыл, ну ладно. Не забыл. Ты представляете, как должно идти? Вообще не понимаю. Ладно, сюда надо. Так, как так должно происходить? Манду, короче. Вообще, я не знаю, как проходить, может быть. Не, ну, очень долго проходить. Я даже, в принципе, подсказки 3 использовал. А релакс. Это, типа, на релаксе это вообще должно быть. Бесконечный, короче, понятно. Релакс это, типа, бесконечный супер, просто без звездочек. Бесконечные ходы, что угодно делаешь. Ладно, давай дальше. В принципе, тоже дофигища уровней. 100 хотя бы. Сложно. Просто сложно 56 уровней. Значит, они реально сложные. Вот тут еще... А тут залеплять еще...
Ё-моё, реально тут вообще жестко, короче. Ладно, ребят. Всем понравилась игрушка. Я не знаю, тут, мне кажется, я должен вообще такую логику включить, чтобы все это. Игрушка интересная. То есть игрушка, даже логическая игрушка для телефона, который сейчас вот есть. Это очень даже ничего. Вам понравилась эта игрушка, я оставлю ссылку в описании, если она еще есть. В любом случае, она уже более, по-моему, 5 миллионов скачиваний. Если не ошибаюсь, значит, у очень многих людей она есть. Хорошо время подумать, посмотреть, как что делать. Подсказки есть, пожалуйста, играйте. На этом все, с вами был Швиля, до новых встреч, пока.